Покажу вам красоту, которая у нас опять появилась, долго не было, в такой коробочке приходит. Это чайник Гунфу. Он подходит для любого вида чая. Здесь 950 миллилитров помещается. Вот как он выглядит. Приходит в коробочке и в такой вот фольдированной клееночке. Смотрите, вот такая вот красота, очень удобен. 23 рубля по каталогу, 19 рублей в своих ценах. Открываем крышечку, вот нажимаем, открываем крышечку. Сюда принцип таков, в эту колбу засыпаем листики сухие чая, что вам надо. Заливаем горячей водой, немножко постоит-настоится, нажимаем на зеленую кнопочку, там открывается внутри, вот если нажимаем на зеленую кнопочку, открывается и водичка течет внутрь, а листики остаются сверху. Очень удобно. Потом открываем эту штучку, вынимаем, вот, высыпаем все, вымываем и ставим на место. Очень удобно, и он получается гораздо дешевле, чем в других магазинах. Рекомендуем.